Имя Юлия Бринера знакомо каждому приморцу, а склеп семьи Бринеров является одним из знаковых памятных мест Безверхова. Его стремятся посетить многие туристы. Он был заложен в 1916 году. Гранитный камень для его строительства был изготовлен и привезен из Финляндии. Склеп выполнен в виде небольшого греческого храма и оформлен в дорическом ордере. Безверхово у них здесь было как бы база отдыха своеобразная. Они здесь от своих коммерческих дел приезжали отдохнуть. И плюс место ему сильно понравилось, и он решил здесь определить место для своего успокоения. Успокоения души, жизни, и склеп решил именно построить здесь. Выбрал место сам. В 30-е годы прошлого века склеп был разграблен и частично разрушен. А в 2021 году администрация Безверхова реализовала мероприятие по разработке проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. В рамках этого полуразрушенный объект был полностью отреставрирован. Так, на восстановление объекта было выделено около 32 миллионов рублей из бюджета Приморского края и Хасанского округа. Привести в порядок фамильную усыпальницу стало возможным благодаря совместным усилиям правительства края, губернатора Олега Кожемякина, администрации Хасанского округа и неравнодушных местных жителей. Склеп был очень в ужасном состоянии. Сейчас он замечательный. Море морем, а когда есть культурная программа, это великолепно. Отметим, что в процессе реставрации объекта здесь была предусмотрена система водоотведения. Это важно, поскольку обильные приморские дожди могут свести на нет результат всех проведенных работ. Также на территории есть две скамьи и урны для мусора. Склеп семьи Бринер является важным историческим памятником, и сейчас мы его видим в обновленном виде достойного уровня. Анна Дьякова, новости на Восьмом.